поедут по привычному расписанию. Глава администрации города Андрей Шохин распорядился вернуть общественный транспорт к докоронавирусному режиму. Напомним, с апреля возить владимирцев по городу стали до 8 вечера, потому что из-за самоизоляции пассажиропоток на общественном транспорте снизился примерно в 6 раз. Теперь ограничения постепенно снимаются. Как сообщают в мэрии, первыми к обычному графику вернулись в муниципальном Владимир-пассажир-трансе. Троллейбусы и автобусы предприятия уже выходят на линию в 5 утра и возят пассажиров до полуночи. С 15 мая к обычному расписанию вернутся и остальные транспортные компании. Во время работы они обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора. Салоны по-прежнему должны обрабатываться дезинфицирующими средствами, а водители и кондукторы быть в масках и перчатках. Сейчас предприятия-перевозчики обслуживают 8 троллейбусных и 33 автобусных маршрута. Подробный график движения есть на сайте горадминистрации.